The game start close, but... Конечно, мы очень рады победе. Начали мы играть довольно приблизительно одинаково с командой противника, но мы играли гораздо лучше, чем на предыдущих наших играх, и забрасывали довольно легко трехочковые мячи, и я считаю, что это одна из сильных сторон данной команды «Надежда». И когда игроки забрасывают мячи, они начинают чувствовать себя гораздо лучше. Не только игроки, которые забивают эти мячи, но и также остальная команда. У них получается лучше выбирать позиции, в которых они должны подстроиться, чтобы дать возможность игрокам забить мяч. Я считаю, что последние три дня мы очень хорошо поработали. У нас было достаточно времени для практики. Последний период, который был, вот эти 12 дней, 4 игры, которые у нас были вне Оренбурга, они были очень тяжелые для команды, так у нас не было достаточно практики. Вот за эти три дня мы хорошо подготовились, поэтому мы так сыграли. Next game, we know... Мы знаем некоторые вещи, как играет наш противник, и мы будем практиковаться, исходя по их предыдущим играм, но мы должны на тренировку отрабатывать больше базовых вещей, и то есть будет стандартная подготовка не только к нашим противникам словакам, но и также Динамо Москва в следующую субботу. For sure. In basketball... Практика всегда нужна, абсолютно всегда, чтобы изменяться, корректировать свои ошибки. Без практики очень тяжело играть команде, когда игра, потом перелет, потом опять перелет, потом еще одна игра и опять перелет. То есть те ошибки, которые были совершены в предыдущей игре, из-за отсутствия практики и разбора этих ошибок полноценного, эти ошибки повторяются. Вот. Из-за всего, поэтому нам нужно иногда чуть больше времени на практику. На прошлой неделе команда была очень сильно расстроена. Проигрыш, игра с Новосибирском, была большим ударом для всей команды. Ну, игроки понимают, что тренера их толкают на то, чтобы они усердно относились к тренировкам, подходили к этому серьезно и воспользовались ситуацией, что вот сейчас было три дня на практику, так как впереди будет еще целая неделя, когда опять будут перелеты и опять мало времени на дополнительные занятия. Я попытался заставить их поверить в себя. Вот, указал им на их ошибки, придал им больше уверенности и сказал им, что они хорошая команда, которая умеет хорошо играть. В сегодняшнем матче, например, забросили 13 трехочковых мячей, и, как уже говорил, это сильная сторона команды «Надежда», и они должны забрасывать больше бросков, делать больше трехочковых. И я надеюсь, что в следующей игре мы покажем тоже подобный результат.